Всем привет, друзья! Сегодня я хотел вам представить обзор на новинку от компании SM, модель под номером 35102, немецкий бронетранспортер. Ну, все знают, Ханамак, штабная версия. Ну, первое, что мы видим, красивый, хороший, красочный боксарт. Далее у нас коробка из плотного картона. Коробка у нас, пакет с ледниками, декаль, и инструкция. Так, ну давайте начнем. Давайте, как всегда, с декали. Декаль выполнена на новой бумаге. Компания ACM уже давно печатает декаль на бумаге, которая прекрасно приклеивается и переводится. Далее инструкция. Инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Вот покажу вам номера окрасок, которые предлагает нам компания ACM для окрашивания данной модели. Так. Тут что могу вам сказать? Ну, первый лист у нас техническое описание прототипа, скажем так. Далее это у нас лист с ледниками. Красным цветом обозначаются ледники, которые не используются. Дальше и пошла сборка. Сразу хочу обратить ваше внимание, что инструкции у компании ACM, они достаточно подробные. То есть каждый шаг расписан подробно. Буквально, что один шаг — это одна деталь. То есть поэтому каких-либо затруднений у вас возникнуть при сборке не должно. Плюс это уже у нас не первый Ханамак, который выпускает Ганамак. Ханамак, не знаю, как это правильно звучит. Ну, в простонародье Ханамак. Это у нас не первая же модель, которую выпустила компания ACM. И могу тут сказать одно, что модель получилась у них отличная. Я уже видел сборки. У нас товарищ у меня проводил тестовую сборку. Модель отличная. К тому же это, скажем так, версия модификации А. То есть это ранняя версия. Такую модификацию не выпускает у нас, насколько я знаю, никто. Поэтому, ну, только компания ACM. Поэтому это будет прекрасное дополнение в вашу коллекцию. Данная компания ACM выпустила уже несколько вариантов ханамагов. И один из них, это у нас, который сейчас я вам представляю, это у нас штабной. То есть здесь, я так понимаю, у нас добавились большее количество радиостанций, похоже. Ну, может, я как-то неправильно называю. Антенна. То есть какие-то ледники у нас, конечно же, будут новые. Ну и варианты окраски, которые нам предлагают, это Польша, сентябрь 39 и просто 41 год. Но эта версия получается на начало войны. И еще что хочу сказать. Да, вот написано, что производилось до 40-х годов. Если мне не изменяет память, то, по-моему, даже в середине войны, еще в 43-х годах, она встречалась на фронте. Ну и теперь непосредственно сами наши ледники. Леднички. Ну, начнем с первого, что у меня появилось. Это у нас минимум. Не пугайтесь минимум, друзья. Если вы винил у компании ACM, он шикарный. При, скажем так, при сборке, если его собрать, окрасить, то даже, наверное, можно и не отличить это там от наборок или металла. Ну, потому что он реально пролит качественно. Это, говорю, не только я, это уже много кто говорит, что у компании ACM у нас винил очень хороший. Поэтому, если вы
начинающий, если просто, может, надо собрать быстро. Ну и не только, даже опытные моделисты, хочу обратить ваше внимание, ну, что винил здесь довольно-таки качественный. Качественная отливка, то есть каких дефектов вообще нет никаких. Вот держу эти полоски, то есть давайте поближе покажу. Камера резко сильно идет. Пролито все четко, все хорошо. Поэтому, если одеть на гусеницы, то он будет смотреться хорошо. Вот у нас колеса, каких-либо дефектов нет, никаких нестыков, ничего. Дальше следующий у нас литник, детали корпуса, двигателя. Тут у нас видно клепки или болты. Болты. Обалдеть, все четко. Я в прошлых обзорах на прошлую модель не обращал на это внимание, но это болты, тут 6 граней, все четко сделано. Это прикольно, конечно, смотрится. Так. Каких-либо дефектов на данном литнике не обнаружено. Дальше следующий. Это у нас добавленный литник. Это у нас антенна. И радиостанции. Тут тоже все хорошо. Дальше два абсолютно одинаковых литника, поэтому покажу один. Большое количество присутствует мелких деталей, которые отлиты хорошо. Даже, скажем так, отлично. Так, каких-либо дефектов не обнаружено на данном литнике. Дальше следующий. Тут еще, знаете, хочу обратить внимание на производителей, скажем так, других. То есть у них интересно так, что если деталь круглая, то, допустим, присутствует стык пресс-формы, который надо тихонечко убирать и можно, в принципе, что-то собрать. Здесь вот на данном литнике я хочу обратить внимание, что огромное количество деталей тут, которые имеют округлую форму. И ни на одной детали нет этого стыка. То есть просто срезал, покрасил, приклеил, все четко. Проблемам это все не доставит. Модель отличная, пролита качественно. И это очень-очень радует. Ну, тут детали корпуса. Корпус шикарен, то есть тут все внутренние части, они будут, если все собрать, он внутри будет выглядеть классно вообще. Я говорю, я уже видел сборки, то есть у нас канистры даны, мелкие детали, все пролито замечательно. Дальше следующий снег, это у нас остекление. Насколько я помню, там не сильно много. Ну, я обращу внимание на него. Компания CM, прозрачный пластик, он вообще супер. То есть я сколько собирал модели, сколько обзоров делал, он шикарен. Он ни капельки не мутный, никаких расслоений, ничего нет. То есть он шикарен, он прозрачен. То есть вот подвожу текст, все видно. Никаких искажений, чего-либо. Но здесь модель такая, то есть в принципе внутри-то все и так будет видно. Он открытый получается модель. Но все равно на это стоит обратить внимание, что все качественно. Вот и завершу обзор. То есть если вы любите бронетехнику, бронетранспортеры, то я считаю, данная модель обязательно должна быть у вас в коллекции. Модель штабного бронетранспортера от компании ICM. Пролито все хорошо. Все детали четкие, качественные, и проблема при сборке не доставит. Всем спасибо, всем пока.